Всем привет, ребят, с вами я, Леон Стик, и в этом видео я вам покажу, как убрать черный экран с игр. Я поделюсь моим методом. Я не знаю, может у вас будет работать, может не будет, но у меня это работает. Когда вы скачали игру, у меня так, всегда, когда я скачу игру, у меня черный экран, звук есть, экран нет, экран есть, а звука нет. Нажимаете на правую кнопку игры, ярлыка «Свойства» и совместимость. Тут у вас будет, если кнопочка будет у вас тут, отключить масштабирование изображения при высоком разрешении экрана. Если будет, убираете, выполняете эту программу от имени администратора, ставите и запустить программу в режиме совместимости. Ставите свой Windows. Вот мне Windows 8 поставили. Смотрел я видео обзоры тоже, видеоуроки в YouTube. Там показывали, типа нужно ставить Windows 98 Mia. Ну, не советую, ставите свой Windows. Вот мне Windows 8, применить и окей. Все, у вас будет все работать, и звук, и экран. Я не знаю, это мой метод, если у вас будет, не будет работать. Ну, желаю, чтобы все у вас работало. Всем спасибо за ваш просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.